Привет всем. Комментирую ситуацию вокруг Асмус и Харламова. Да, я вообще не парился. Чё, Гарик? Гарику надо было вот что сказать. Да не, чуваки. Да не кукол я никакой. И выложит видео, как он дрочит на то, как ебут его жену. И все. А Гарик начал хуйней какой-то заниматься. Я не понимаю вообще. Гарик, вот если ты меня слышишь, послушай совет опытного тренера с 20-летним стажем. Блять, протроль народ. Чё ты паришься вообще? Как вы, блять, неужели не заебало еще вот просто это все? Ну, не знаю, я всегда троллил публику, и мне это прикольно. Люблю троллить людей. Особенно, знаете, вот мне, ну, немножко мне близка позиция Воланда из «Мастера Маргариты». Я люблю его позицию. Ну, люди, ну что, блядь, ну люди глупые, ну что поделать. Вот. Поэтому все, что можно, это поиздеваться иногда над ними. Над их там корыстью, там, над их этой крысятничеством, там, так. Вырубается батарейка. Асмус. Да, вот не знаю, ну, ничего такого-то. Ну, поебалась его жена в фильме. Вот из чего-то весь, значит, этот конфликт возник. Его жена поебалась в фильме с другим. И все начали чморить Харламова, что он куколд. Да я иногда своей тёлке приказываю поебаться с другим чуваком и мне позвонить, чтобы я подрочил. И чего в этом такого, я не понимаю. Вот скажите мне. Что? Ну, если я кайфую от этого, в чем проблема? Просто, понятно, на самом деле слабость людей, что ему не похуй на общественное мнение, там, что он начал закрываться, вот смотрите, ошибки, которые он совершил. Начал закрываться от хейтеров, начал банить за это у себя в инсте. Он ведет, совершает классические ошибки дрочера темы. Классические ошибки дрочера темы. Я, когда ко мне приходит человек и начинает мне рассказывать, что вот там про меня там выложили то, про меня выложили все, меня там преследуют хейтеры, там туда-сюда, там. Я ему говорю, так протроль их. Скажи, да нет, я, значит, я не куколт, ребята, я не куколт, вы что? Значит, ты такой поворачиваешь камеру, я совсем не куколт. И дрочишь на свою жену при этом, как ебет другой. Вот ход шикарный, бесплатный. Гарик сэкономил 1000 баксов на мою консультацию. Если вы ему это расскажете, у него будет вариант, как просто такой хайп нарубить. Мало не покажется. Ну просто вот, если бы он ко мне обратился, я бы ему вот четко, абсолютно так его прокоучил, что Гарик бы после этого начал реально ржать, прикалываться с этой ситуацией и поступил бы по-мужски, по большому счету. И хайпа бы навелось бы, просто жесть. Представляете, хайп. Харламов ответил хейтерам, что он не кукол. И такой, разворачивается камера, а он там дрочит, его жену ебут. Вообще шикарный, вот просто шикарный ход. Почему нет, скажите? В чем проблема? Ожидал такого ответа от меня. Жалко, что Гарик Харламов не прошел мой мастерский тренинг. Вот если бы он прошел мастерский тренинг, у него бы не было проблем сейчас с этими тоннами хейтеров, которые там бегают за мной, там, типа за ним там, да. И все такое. Понимаете? Все просто. То есть нужно просто знать правила темы. Изучите кодекс. Изучите правила темы. Действуйте по кодексу, все будет шикарно. Вы будете всегда победителем во всех схватках.